арыбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр радио окурмандар ә, бүгүнкү республикалык штабтын пресс борборунда ә, бишкек шаарындагы абал боюнча маалымат берүү үчүн кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмаз кдыр кыдырмаевич маалымат бермекчи бүгүнкү биздин берүүнү түз ободон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош ынтымак ТВ, ЛФМ, Биринчи Радио, Кыргыз Радио, Семенка, ЛФМ, Марал ФМ Радио, ЛТР на YouTube канал, Фейсбук, там Кыргыз Юкмету, Социальное правительство, Жена Биринчи Радио, Барашиларын, Гору Буксанздар, то шоу дойле, -э, Кавар Лутук, Малмат Агентинен, дағы Гору Буксанздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем э, брифинг в пресс республиканского штаба о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день, и об этом нам расскажет заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики, комендант города Бишкек, Уразалиев Алмаз Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛАТО-24, Пирамида, Пятый канал, областные медиа-центры, ОШТВ, НТМАХ ТВ. На радиостанция, радиостанциях ЛФМ, Беринча радио, Кыргыз радио, Семенка ЛФМ, Марал ФМ, на, через YouTube канал ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Юкмету, социальное правительство и Беринча радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Хабар. Алмаз Кадрима, все сезде. Шардухтар. бүгүнкү күнгө карата бишкек шаарын боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма бешинчи марттан жыйырма үчүнчү апрелге чейинки убакта бир миң төрт жүз элүү сегиз кылмыш иши жана жоруктар катталган анын ичинен бети ачылганы бир миң үч үчүн сексен сегиз жаран кармалган анын ичинен жетимиш үч 15 аял. Жалпыдан өзіүші абал уақында тәртіп бузғандар саны 2450, аның ішінде еркектер 2125, аялдар 325. Қырғыз Республикасының конституциялық мызымның өзгеріш абал жөнінде 28-бересіне ылайық бардығы болып 200 e, 2285 протокол. Ал эми Қырғыз Республикасының бузулар кодексі жөнінде кодексін 82-нчи Примбир олайық бернесине 205 протокол түзүлгөн. Белгил кетсем, өзгөчө абал жарылгандан бери үй бүлүк, зомбулук факттар саны өсүп кетти. Алсак, былтыркы жылкы салыштырмалуу 61.7%га өскөн. Анткени былтыр 24-марттан 24-апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 160 эки факт катталды азыркы учурда баарыбыз азыр үй бүлөбүз менен үйдө отурабыз ошондуктан үй бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан уур токмоктон сактап ынтымакка жашасак бул оор күндөр да өтүп жакшы жашоого багыт алабыз урматтуу кыргызстандыктар баарыңдарды чын жүрөгүмдөн орозо айынын башталышы менен куттуктайм бул ыйык ай ынтымакты жана биримдикти жалаң гана мусулман калкына алып келбестен бүткүл бүткүл кыргызстан элине алып келет ошондуктан бул майрам жалпыбыздын майрамыбыз тилекке каршы азыркы абал баарыбызга бирге болууга тоскоолдук жаратууда коопсуздукту жана ден соолукту сактоо эң маанилүү ошондуктан баарыңар үйдө болуңуздар баарыңарды чыдамкайлыкка туруктуулукка чакырат элем жаңы ушул ыйык жана ушул ыйык ар бир үйгө кубаныч жана жакшылык алып келсин добрый день дорогие жители города Бишкек, на территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под нашим контролем. Всего с 25 марта по 23 апреля 2020 года на территории города Бишкек совершено 1458 преступлений, из них раскрыто 1326. За нарушение комендантского часа за сутки было задержано 88 человек, из них 73 73 мужчин, 15 женщин. Всего в период с 25 марта по 24 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа задержано 2450 человек. Из них мужчин 2125, женщин 325. Всего по статье 28 Конституционного закона о э, чрезвычайном положении э, было составлено 2285 протоколов по статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях 205 протоколов. Уважаемые дорогие жители города Бишкек, хотел бы отметить, по сравнению с прошлым годом, факты семейного насилия в период чрезвычайного положения повысились, увеличилось на 61,7%. В прошлом году за аналогичный период с 24 марта по 24 апреля 2019 года зарегистрировано было 100 фактов семейного насилия. В этом году этот показатель составляет 162 факта. Уважаемые горожане, обращаюсь к вам и прошу, что эти дни тоже пройдут, но мы должны сохранить свои семьи, мы сохранить должны свое будущее, наших детей, наших жен и наших близких. Поэтому еще раз вас обращаюсь, будьте более терпимы, эти дни пройдут, и мы всегда находимся рядом с вами. Дорогие кыргызстанцы, от всего сердца поздравляю с началом священного месяца Орозо. Этот месяц сплачивает не только мусульман, но и весь народ Кыргызстана. Поэтому этот священный месяц является настоящим праздником единения всех граждан. К сожалению, нынешняя обстановка в стране не позволяет быть рядом с друзьями и со всеми родственниками в эти дни. И безопасность сейчас очень важна. Будьте дома и берегите себя. Этот месяц ассоциируется с терпением, выдержкой и пониманием. Я призываю вас проявить эти качества ради нас, ради тех, кто вам дорог и близок. Пусть этот месяц принесет вашей семье радость, процветание, и благополучие и на всей нашей стране. Уважаемые горожане, хотел бы еще раз вот отметить, выразить благодарность, значит, нашему благодарность журналисту Алымбаеву Нурису, благодаря его активной гражданской позиции был выявлен факт э, сбыта поддельных пропусков э, от комендатуры и справа занятости. Совместно вот я, э, с Алымбаевым Нурисом, сотрудники органов внутренних дел, был задержан гражданин БЭ 90-го года, который продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. Значит, при проведении следственных мероприятий у данного гражданина было значит, изъято печати поддельные, поддельные клише, поддельные пропуски. Я еще раз хотел бы поблагодарить Алмбаева Нуриса. Я думаю, что это очень, хороший, это очень хорошая гражданская позиция, которая, я думаю, что приведет к нашему дальнейшему сотрудничеству. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и правонарушений ГУД города Бишкек по статье 359 подделка документов Уголовного кодекса Крымской Республики, назначены необходимые экспертизы и значит, о, значит, результатах следствия мы дополнительно дадим информацию. Вот по поводу, значит, много очень нам приходит, очень много нам приходит значит, вопросов о гендерном насилии. Я не, не случайно сегодня поднял эту проблематику. Вот возросли случаи насилия и это начинает беспокоить общественность. Готов ли комендатура дать добро работе кризисных центров? Э, сможет ли обеспечить безопасность временным местам нахождения жертв насилия? Э, да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут э, соблюдать и, значит, соблюдать санитарно эпидемиологические правила именно в связи с тем, что э, там будет определенное скопление людей. Э, в, значит, они должны подходить под эти э, все требования санитарно эпидемиологических правил. Что касается обеспечения безопасности э, данных учреждений, мы готовы выставить охрану, обеспечить охрану общественного порядка, физическую. Охрану, будем говорить, постояльцев данных центров. Вот. Если какие-то вопросы есть, я могу ответить. Анастасий угу. Кадримович, ранее Вы сообщили о номере горячей линии для граждан. Сколько было жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов на постах? С чем в основном они связаны? Значит, вот мы сделали анализ и на горячую линию вот, за время чрезвычайного положения у нас более 1500 звонков э, было поступило на действия именно сотрудников правоохранительных органов. Но в основном, значит, э, звонки были из-за заторов и образования пробок на э, блокпостах. Я еще раз э, Хотел бы объяснить, уважаемые горожане, уважаемые предприниматели, что это не по нашей воле, не по нашему капризу все делается. Это связано с тем, что на каждом посту у нас находятся представители органов здравоохранения. И каждый находящийся пассажир, водитель в автомашине, он подвергается проверке на измерение температуры. В связи с этим у нас вот образуются заторы, и мы, к большому сожалению, создаем неудобства для наших граждан. Если карантин не будет продлен после 30 апреля, с чего начнут, начнутся послабления? Какие предприятия будут работать в первую очередь? Я считаю, вот, мы значит, проанализировали ситуацию. В первую очередь необходимо, я думаю, запустить те сферы деятельности, где задействованы, задействованы значит, наше население с однодневным заработком. Это в первую очередь это, наверное, стройки, ну, это станции технического обслуживания, это вулканизации, э это э такси, но еще раз хотел сказать, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, не более двух человек в одной, не более двух пассажиров в одной машине. Э еще раз хотел бы, значит, э предупредить, все, что мы вот какие предложения даем, это все должно быть связано со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Будь то стройка, будь это СТО, значит, своевременная обработка, ношение масок, соблюдение дистанции. Мы можем рассмотреть, рассмотреть данные сферы деятельности. Но при этом еще раз хотел сказать, что если в случае нарушения Значит, данных норм будут применяться э, все нормы законодательства э, в самой строгой форме. Угу. Вы каждый день говорите, что за нарушение комендантского часа задерживают людей. Расскажите, пожалуйста, о женщинах, которые нарушают комендантский час, как они объясняют выход из дома в столь позднее время? Я бы хотел сказать, что среди нарушителей комендантского часа и есть женщины. Э, Задержанные женщины объясняют это тем, что зачастую не успели попасть э, домой до начала комендантского часа и значит это связано с их прогулками непосредственной близости к их домам к жилым кварталам карантиндин шарттары кандай сакталып жатат өзгөчө абал бүтүп комендант саат алынгандан кийин эл массалык түрдө көчөгө чыгып кетет деген коркунуч жокпу жарандардын ден соолугунун коопсуздугу үчүн кандай иш аракеттер көрүлөт ошондой да коркунучтор бар бирок бирок биз ошо элибизди мен элибизди чакырат элем ошондой эле бул илдет толугу менен биздин кете элек ошон үчүн мен да ошону элибизди чакырам ошо өзгөчө абал бүткөндөн кийин массалык түрдө эшикке чыкпаңыз ошондой эле бүгүнкү күнү орозо учурунда ошону карантиндик эпидемиологиялык нормаларды сактап жүрүңүздөр урматтуу кыргызстандыктар рахмат урматтуу көрүүчүлөр радио угармандар сиздерге кыргыз республикасынын ички иштер министринин орун басары бишкек шаарынын коменданты орозалиев алмаз кадырмаевич маалымат берди ма, бүгүнкү брифингди түз оодон лтр ктрк ала тоо жыйырма төрт пирамида бешинчи канал облустук медиа борборлордон ош тв ынтымак тв lfm фм биринчи радио кыргыз радиосу мин кыял фм марал фм радиолорунан лтрдин ютуб каналынан фейсбуктан кыргыз өкмөтү социальное правительство биринчи радионун баракчаларынан ошондой эле кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат